что может случиться, если не соблюдать правила дорожного движения? Какое наказание ждет преступников? И как нелегко женщинам-полицейским совмещать службу и домашние дела? Такие темы ребята выбрали для конкурсных рисунков. Авторы – дети в возрасте от 6 до 14 лет из разных уголков Одинцовского городского округа. Помимо развития творческих навыков, одной из задач проекта является сохранение преемственности поколений. В нашем управлении работают династии. Бывает, что и дедушка служил, потом и отец служил, сейчас уже внук служит и как бы занимает руководящие должности. Соответственно, преемственность поколений. Ну и нравственное воспитание, конечно, детей, потому что... И тут еще как бы искусство, все равно дети рисуют, приобщаются к прекрасному. Самих авторов на выставке не было. В условиях пандемии ребят не стали приглашать в общественное место. Но победители окружного конкурса подарки обязательно получат. Сотрудники полиции, представители общественного совета при УМВД и общественной палаты выбрали три работы, которые прошли в финал. Вот эта работа. Потом вот эта работа. И вот эта работа. Ребенок, который рисовал эту картину, отражает, как я так понимаю, работу своего отца, который работает сотрудником ГИБДД, отражает его повседневную работу, то, что он следит за дорожным движением, контролирует правильность и соблюдение правил закона, то, что дети должны переходить, и не только дети, на установленный сигнал светофора. Подарки победителям сотрудники полиции передадут через родителей. А рисунки уже направлены в Главное управление МВД России по Московской области для участия в областном этапе конкурса. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».